Привет. Это превращение. И заспавнили меня уже на каком-то концерте. Я где-то вот здесь остановился, да? Ладно. Нужно найти какого-то чувака. Кстати, я вот здесь могу тоже пройти, наверное. Ну ладно. Это все не важно. Здесь кто-то гриб какой-то тащит. Как твои дела? Какой он сильный. Почему я не хожу на задних лапах? Он ведь ходит только на передних. О, поэтому тоже можно бежать. Как ни странно. Так, слушайте, слушайте, пока не поздно. Как-то рисковато для фестиваля, нет? Чувствую нечистую силу. Я чувствую зло, что крадется среди верных. Я вижу тебя. Ну, конечно, это должен был быть я. Пора мне идти, пока дело не дошло до костра или дыбы. Ты не уйдешь от благой десницы матери природы. Странный он. Ладно, а ты что здесь делаешь? Это я, голодарь. О, привет, ну как у тебя дела? Я умираю с голоду. Можно тебя попросить залезть на столб, там яблоко? Я очень спешу, я ищу Титарелли. Кто это? Его фильм должен открывать фестиваль. А, понятно, так есть хочется. Вот бы чего-нибудь пожевать. Хочешь, чтобы я тебе яблоко принес? Да. А про какое он яблоко, вот про это? В прошлый раз ему достали же полноценное яблоко, как он так быстро его съел. Но я не смогу забраться, наверное. Или смогу? Там часы. Ладно, если прыгать, то отсюда. О, смог. Ну все. Доволен? Большое спасибо, очень вкусно. Если нужна помощь, ты попроси. Ты не знаешь, где эти Торелли? Я ее вообще не знаю. За такое даже достижение не дали. Вот и старайся. Ради такой ерунды. Ладно, вот здесь что? Тут какой-то архив. Мне некогда. А что ты делаешь? Он очень странно сидит. Ладно, это не важно, мне конец. А ты чего на стрёме здесь? У вас здесь босс какой-то, да? Обитает. Или это как раз этот мужик, который потерялся? Все, не жручите. Мы его найдем. И спасем. Игра, видимо, не особо-то короткая. Сколько я в нее уже играю? Несколько часов, наверное, в сумме. Вот здесь что-то есть. Вот здесь что-то есть. Как сюда забраться? Но я двигаюсь вот в эту сторону. Ладно. А вот здесь что? Это гадалка? Хочешь послушать про свое будущее? Я кое-кого ищу. Эта мудрая женщина все знает, я вижу все. Его зовут Титарелли. Я вижу, вижу. Ты пытаешься увидеть, где он? Я почти вижу. Так близко, я вижу. Ах, ах. Нет, не вижу. Прости, я не могу тебе помочь. Но мы хотя бы попробовали, спасибо. Ну хотя бы не обманывает. Ладно. Как здесь забирается-то наверх? Или там тоже можно запрыгнуть? Где-нибудь. Опа. Надо бы лапки чем-нибудь измазать.
Вот здесь мы не заберемся, да? Или это вообще внизу имеется в виду, а не наверху? С тобой надо поговорить или что? Метки нет. Значит, все-таки сверху, наверное. Могу что-нибудь предложить? Пинту информации, пожалуйста. Ты знаешь Титарелли? Да, но ничего подсказать не смогу. Я тебя не знаю, и что тебе надо от Титарелли тоже. Я не хочу терять одного из лучших клиентов. От этой информации зависит судьба фильма. Из-за этого фестиваля бизнес почти замер. Все только о фильме и говорят, никто в бар не ходит. Ладно, не надо так волноваться. Я кого-нибудь другого спрошу. Так сюда-то мы в итоге зачем шли? Кого другого-то? То есть все, метка пропала? Но до туда-то мы не допрыгнем. Где какой-нибудь нормальный подъем? Я попробую вот сюда прыгнуть. Но вряд ли я долечу. Вы что делаете? У них тут какое-то формирование опасное. Загрызут еще. Это кто? Привет, красавчик. Хочешь расширить сознание? Да, давай. Вы чего здесь забыли? Ты что скажешь? Что, кто-то опять курил рядом с пленкой? Вот этого я тебе сказать не могу. Так. Окей. Сколько насекомому надо исходить дорог, чтобы его назвали насекомым? Что за философский вопрос? Ой, зря я сюда пошел, да? А, нет, все нормально. Здесь какой-то подъем. То, что нужно. И цель у нас с этой стороны. Да? Да, вон. Так. Надо теперь до тут дойти. Ну все, мы на месте. Это ты? Привет, я ищу Титарелли. Это я. Ну, это несложно. Послушай, мэр везде тебя ищет. Я Титарелли. Прекрасно, можешь включить проектор? Все уже ждут. Я Титарелли. Я знаю, может, ты уже включишь эту штуку? Я шучу. Я не Титарелли, просто ему помогаю, я его ассистент. Логично, ты знаешь, где он? Я знаю. И где же? Прямо перед тобой, я Титарелли. Послушай, у меня нет времени на эти штуки. А, шутки. Многоножка, эскимос и Франц Иосиф входят в бар. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда интендант башни узнает, что ты отказался помогать. Я выполняю задание высочайшей важности. Хорошо, я скажу тебе, где настоящий помощник. Мы хотели разыграть охранника, ночью мы ему подрисовали усы, пока он спал. Не слишком смешно. Но нам показалось, что смешно, мы немного выпили. Я сбежал, но мой друг совсем плохо на лапах держался, упал, его взяли. И где же его искать? Он в клетке под охраной. Сразу его увидишь. Так, а я не могу просто нажать на кнопку? Где его друг-то? Где-то вон там. Да? Хорошо. Надеюсь, потом обратно сюда не придется забираться. Я же не могу разбиться в этой игре, или могу? Наверное, нет. Так. Ты у нас кто? Отойди от заключенного, ничего тут интересного нет.
но за скромную сумму могу разрешить бросить в него грязью. Я сделаю вид, что ничего не видел. Грегор Замза. Эсквайр, я из башни, отдел внутреннего распорядка. А, что, кто ты? Я представляю своего клиента, какие против него выдвинуты обвинения. Арестованный подрисовал мне усы. Это оскорбление стражи закона. Так, а где свидетели? Я свидетель. Значит, свидетелей нет. Так, минутку. Я здесь представляю закон, я решаю, как наказать негодяя. Да, конечно, беда в том, что ты нарушаешь закон. Удерживая беглеца из психлечебницы. Прошу прощения. И подвергаешь его насилию, это недопустимо. Значит, он чокнутый? Правильно. А, правильнее душевно больной, но в целом да. Ладно, тогда забирай этого жучару. Залезь на машину и поставь печать на документ. Дальше я сам справлюсь, я верну его на место. А это не заразно? Только если он на тебя слюной попал. Тут все такие тупые. Их обмануть легко. Как тебя освободить? А можно мне воды? Со вчерашнего дня во рту и росинки не было, умираю от жажды. А еще это похмелье. Ты кому воды надо притащить или что? Он сказал что-то про печать. Может. Надо просто прыгнуть. Добрый день. А почему ты в банке? У тебя что, панцирь сломался настоящий? Розыгрыш первого класса. Во, охранника была рожка, и ты сказал, что я чокнутый. Ты как-нибудь к нам после заката приходи, весело будет. Лучше скажи мне, где искать Титарелли. Титарелли сейчас затворничает, когда у него упадок духа, он запирается в своей жестянке. Там его никто не может потревожить. Пошли, я тебе покажу. Пошли. Ты можешь быстрее двигаться? Может, тебе помощь нужна? Я не могу его толкать. Или запрыгнуть на него. Пусть везет меня. Иди, 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 не останавливайся. Хорошо, идем. А его точно нужно ждать? Или мы и так дойдем? Ты идешь? Все, ты пришел? Он в жестянке над городом, прямо над проектором. Ты же сказал, что проводишь. Ясно. Вот и верим после этого. Ох уж эти проблемы жуков, блин. Это ты, господин Титарелли? Мы сотканы из ткани наших снов. Это Шекспир, ты его знаешь? Да, я его очень люблю, как и вас, маэстро. О, большое спасибо. Что тебя сюда привело? Меня прислал мэр насчет показа фильма. Можешь вернуться и сказать ему, что показа не будет. Это все бессмысленно. Бессмысленно. Но вся деревня ждет фильма, маэстро. Мы все живем в фильме, смотрим его без конца. Снова и снова только перемотать не можем, только если пленка порвется. А в чем проблема? Пленка порвалась. Нет, просто я не могу до нее добраться. Они ее захватили. Кто ее захватил? Они. Эти якобы актеры, жалкие бездомные, они захватили проектор и не отдают пленку. А бездомные? Их нужно прогнать, чтобы вернуть фильм? Да, прогони их. Я все сделаю. А кто мне может с этим помочь, маэстро? Мой помощник, наверное. Обычно рутиной занимается он деньгами, разрешениями, арендой. Но ты можешь и самостоятельно. Разделаться с этими одноклеточными, может немного надавить на них. Придумаю что-нибудь. Будет сделано. Вообще, было бы прикольно, если бы здесь можно было драться. Эй, Грегор. Лени, что ты здесь делаешь? Я тут живу. Это отлично, потому что у меня, как видишь, проблема. Чем я могу помочь?
Мне нужно избавиться от жуков, которые захватили пленку. Там поселилась банда хиппи. Тебе нужно с ними поговорить. Также попробуй обратиться к помощнику Титарелли. Кажется, он говорил, что у него что-то на них есть. Помощник? Вот как. Да, поговори с ним, ты что-нибудь придумаешь. Спасибо. Если тебе еще что-то понадобится, всегда можешь положиться на меня, я буду у расчески рядом с пленкой. Зачем ты рвешься помочь мне? Ты тоже другим помогаешь. И ты мне нравишься. Ох. Надо вернуть проектор. Вообще, это тот самый помощник, у которого мы уже были? Или вот этот, второй? Давай поговорим с этим. Где он у нас? Так и стоит здесь. Че ты ждешь? Ничего я здесь сломать не могу. Давай поговорим. Я надеялся, что найду тебя. Мне нужно разобраться с жуками, которые захватили пленку. О, это не так-то просто. Об этом не особо говорят, но один из них сын мэра. Изображает из себя независимого актера. Хотя есть кое-кто, кто может помочь. Кто же? Дама-счетовод, здешний серый кардинал. Ты с ней поговори. Она может выделить средства из бюджета города. Подыщешь для них временную репетиционную базу, если сможешь ее уговорить, конечно. Всего-то? Ха. Можно во многом меня винить, но уговаривать я умею. Может сначала сходить поговорить с ними? Что они скажут-то? Может, есть вариант получше. И уйдут просто так. Так, кто у вас тут разговаривает? Так. Привет. Это ты? Ты Дилан? Да, чувак, ты здесь, чтобы к нам присоединиться? Не совсем. Я здесь из-за проектора, Титарелли не может его включить. А, снова этот Титарелли. Кинематограф не единственный вид искусства. Истинное искусство произрастает на горе, а горе идет от нищеты. Я не знал, что вы здесь занимаетесь искусством. Я пишу моноспектакль про улитку Гермафродита. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Тебе говорили о нашем финансировании. Значит, вас финансируют, и мэр это допускает? Да, папа помогает. То есть наш дорогой мэр. Значит, ты сын мэра? Мэр для всех деятелей искусства, как отец. Да, конечно. Вижу тут запущенный случай кумовства. Да ладно, брось. Советую освободить проектор, пока я не рассказал всем об этой семейной схеме. Никто нас отсюда не выгонит. Только если не будет официального решения администрации. А это новые метки не дало? То есть здесь безвыходная ситуация? Всего одно решение? Или что там два глаза? А эти так и стоят, ждут. Хоть бы присели. Так, сначала вот этот занятой жук. Прошу прощения за беспокойство, но больше мне никто помочь не сможет. Мне нужно временно переселить актеров, которые заняли киноаппарат. Да, конечно, сейчас с удовольствием. Отчеты и балансы мне ничуть не помешают. Чувствую сарказм. Ерунда. Бюджет превышен всего-то на 200%. Могу заверить, что ресурсов для временного переселения попросту нет. Так бы мы отнесли это к расходам на культуру. Но финансирование культуры урезано, культура теперь на самоокупаемости. Но если с этим не разобраться, фильма не будет. Это может рассердить башню. Но раз дело касается башни, можно занять и средств на пропаганду Анита в изобилии. Отличная идея. Я спешу расходы по статье «Массовое информирование». Контроль поручу отделу цензуры, независимые актеры будут очень довольны. Да, конечно. Эту помощь сложно переоценить. А вот с этим надо говорить мэром.
Нашел Титарелли. Пока мы не решили этот вопрос. Но вообще, можно же было поговорить бы и с мэром. Это же логично. То есть показу мешает его сын. И этот показ нужен мэру. Почему бы не сказать, типа, ваш сын мешает. Уберите его. И все. Куда идти-то? Надо обо всем рассказать Титарелли. Окей. Где он там был-то? Где-то здесь. Выше, наверное, да? Да. Ну ладно. Бежим. Доберемся ли мы вообще до этой башни? Или потом уже конец будет, как доберемся? Мне казалось то, что мы должны на нее немного поработать. Что-то в этом духе. Маэстро, все готово. Ваш фильм освобожден. Эмох, да-да. Разве вы не рады? Теперь вы сможете показать свое творение. Нет, не смогу. Есть еще какие-то проблемы? В мире кино творец не самодостаточен. Ему нужна грубая сила. Значит, нам нужны рабочие? Да, чтобы проектор работал, нужны сильные насекомые, чем глупее, тем лучше. Посоветуйте кому-нибудь обратиться, маэстро? Маэстро обращается только к музам. Своим демонам и самому себе. Да, конечно. Но будь маэстро тобой, он бы поспрашивал на рынке. Спасибо за совет, я все сделаю. Какой обалдевший. Где этот рынок-то? То есть я должен сам найти команду? Что из этого рынок-то? Я что, знаю? Ну вот здесь какие-то работяги были. Где? Где-то там внизу. Вот, ты не хочешь в команду? О, вот они. Привет. Приветствую, молодой друг. Молодой, учитывая обстоятельства, приятно такое слышать. Мы тоже были молоды, когда здесь оказались. Было это очень давно, но я все еще помню ту энергию. А зачем вы сюда пришли? Чтобы работать на башню, конечно. Мы хотели знать, быть частью большего. Мы с тех самых пор ждем. Чего ждете? Чтобы нас пустили? Охранник сказал нам подождать, вот мы и ждем. Какой охранник? Я не помню. И где он? Ой, какая разница. Так вы не хотите в команду? Ты чего пялишься? Ясно, не хотят. Нужны жуки, чтобы работать на проекторе. Я уже занимаюсь механизмами проектора. Для этого мозги нужны, а тебе надо найти безмозглых жуков. Так вот, безмозглые, почему их нельзя взять в команду? Отличный вариант ведь, нет? Может, вот это рынок? Не хотите поговорить? А вы? Прошу прощения. Может, ты командир? Я ищу, вдруг мне кто-то сможет помочь. Тогда положись на меня. Так в смысле, положись на меня? Он не будет в команде? Не повезло тебе, у меня лапки. Прошу прощения, пожалуйста, не мешай мне. Вас же много, идите работайте туда. Не мешай. Только не сейчас. Может, вы? Положись на меня. То есть он согласен? Один? Или они втроем? У меня дела. А сколько мне жуков-то надо в команду? Хотите в команду? Запомнить бы еще, к кому я обращался. Положись на меня. Не повезло.
Но три жука согласились. Добро пожаловать. Представительство, отлично, мне нужно в башню. Башня наиболее разумная цель для всех насекомых. Ну, раз я сюда добрался, башня помогает чувствовать себя в безопасности. Я понимаю, но как туда попасть? Башня решит все проблемы. И как автомат, как мне попасть в башню? Ну, нужно подождать, как все остальные. Или, ну, есть проекция. Да, проекция и... Можно войти сквозь нее. Сквозь проекцию, но это не точно. Пока никто не пробовал так делать. Прекрасно, спасибо. Супер! Команда. Мне нужна команда. Эти говорить не хотят. Только не сейчас. Я должен к каждому отдельно обращаться. Не мешай мне. Ну ведь три человека, ой, блин, три жука сказали. Я. Ты не хочешь? Это рынок или нет? Или здесь они просто стоят? И у них какие-то дела. Обсуждения свои. Не особо умные. Видимо, я так и не нашел команду. Блин, ну вот там он спрашивал, типа, мне нужна помощь. И они говорили, да. Следовательно, то место было правильным, судя по всему. Может, мне еще один нужен? Чтобы их было четверо. Ну, с тобой я говорил, да? Ты у вас самый разговорчивый. Ну вот, положись на меня. Я, может, говорил уже. Положись на меня. Положись на меня. Это один и тот же говорит? Положись на меня. Не мешай. Может, они мнение свое меняют? Каждый раз. Мне надо их за собой как-то вести или что? Ты был согласен, да? Он же был согласен, он говорил, положись на меня. В смысле, нужно идти команду, блин. Они же сказали, тоже согласны. Что за бред? Вот этого я до конца не понял. Может, к мэру сходить? Где он обитает-то? Где его гнездо? Ну там? Команда нужна. Может, он ее предоставит? Так. Он не хочет помогать. Что за фигня? Только не сейчас дел много. У меня лапки. Но блин, кто-то же соглашался. У меня лапки. Вот кто-то сказал, положись на меня, положись на меня, положись на меня. Положись на меня. Блин, задолбали, это какое-то странное задание. Сколько надо жуков-то?
Это, наверное, и есть тот самый рынок. Хотя, скорее, это ярмарка. Может, ты поможешь? Эй, проповедник. У тебя так много слушателей, наверное. Не у меня, а у Господа Насекомого. Мне нужна помощь, меня послал Титарелли. Мудрый насекомец не должен помогать презренным, дабы не подвергать свою мудрость. Презрению. Все же я прошу помочь мне. Тот, что узрел великий свет, не убоится полета. Только лишенный веры мотылек будет столь слеп, что полетит в пламя. Исполненный же веры обретет силу и в темноте. Что это вообще значит? Это значит, что я не боюсь вашего интенданта с его движущимися картинками. Только одна картинка и один образ мне важен, образ Земли. Образ единства насекомого народа. То есть два образа. Образ Земли, единство насекомого народа и образ Господа Насекомого. Значит, три образа. Так о чем же ты проповедуешь? Каждый раз, когда мы встречаемся, мне кажется, что ты говоришь о разных вещах. У тебя нет права меня допрашивать, безбожник. Ты знаешь, жрецом какой веры являешься. Конечно, самый важный, то есть единственный. Нет, всех вообще, то есть... А почему ты спрашиваешь? Ты въедливый термит? Я предрекаю добрый урожай в термитнике. Я не термит. Может, ты муравей, каких много? Последний муравьиный собор постановил, что все муравьи едины. Приди же ко мне, брат муравей. И не муравей. Кем бы ты ни был, у меня найдется подходящий псалом. Да, старый жук, у тебя на любой случай найдется религиозная байка. А разве может быть иначе? Мир насекомых очень разнообразен. Чтобы обойти конкурентов, мне нужно разнообразить услуги. У тебя есть конкуренты? Вокруг полно конкурентов, мечтающих отнять у меня мой жребий. Вот только вчера жрец церкви, великий мухобойки, пытался меня шлепнуть, а на прошлой неделе свидетели старого леденца, что собираются неподалеку. Старого леденца? Да, именно так. Они пытались меня обсыпать сахарной пудрой. Нелегко нынче быть безумным проповедником. Все очень просто. Поможет Титарелли, он поможет при помощи башни утвердить запрет на все проповеди, кроме твоих. Правда может? Меня больше не будет ничем обсыпать. Может, даже выдадут тебе в кормление храм в старой коробке от леденцов. Собственную церковь? Тебе нужно только собрать народ в помощь Титарелли. Я все сделаю, но мне понадобится твоя помощь. Мои свидетели Жуковы не слишком многочисленны. Может, ты будешь раздавать листовки, чтобы найти для меня последователей? Хорошо, вижу, у меня нет выбора. Ну зашибись, он загнул. Помощь с рекламой. Может, надо вступить, поговорить с проповедником? Тебе нужна листовка? Может, я опять что-то не так делаю? Вот в чем суть. Потому что до этого я также говорил, не хотите поработать? Они такие, да, да, конечно. Может, надо как-то более глобально все это делать. Пойти к мэру, например, опять. Но он не захочет разговаривать. Может, к Титарелли сходить? Может, он скажет что-то дельное. Как-то много здесь забот. А может, ты поможешь? И еще одного влиятельного жука. Кого мы ищем-то? Я, наверное, пробежал уже, да? Этого мужика. Или нет, блин, в какой он стране это был? Не здесь, наверное. А вон там. Потому что они все так вот говорят. Прошу прощения, я хочу кое-что спросить. Вот, рекламщик какой-то. Мне нужны рабочие жуки, не знаешь ли ты? Бабочка-парусник будет плавать. Значит, никто мне не поможет? Как тебе увидеть истинный кошмар?
Надо заменить кошмар на чудо. Думаешь? Конечно, кошмар всех отпугивает. Мне можно верить, я продавец. Да, ты прав, спасибо, дружище. Да всегда, пожалуйста, где бы мне найти рабочих? Есть только один толковый жук, который может все устроить. Похоже, что это какой-то мутный тип. Ой, ну вроде частного предпринимателя. Понятно, и как же его найти? Мудрая женщина тебе подскажет. Назови пароль, не суй свой долгоносик в чужие делишки. То есть мне опять к этой идти? Но стоп, это уже другой вариант решения? Или что это получается? Потому что тот сказал, что нужно раздавать листовки. Или все-таки она подскажет по поводу рекламы. Не суй свой долгоносик в чужие делишки. Откуда ты знаешь пароль? Я помог одному жуку. Он сказал мне обратиться к тебе и назвал пароль. Так надо было сразу сказать... Пожалуйста, проходи, давай, давай. Куда проходить? Сюда? Что у вас за секта здесь? А, это господин Замс. Замза, Грегор Замза. Да-да, дружище Грегор. Понравилось ли тебе в клубе граммофон? Ну, было. У меня были дела. Да, ты скоро ушел. Мне сказали, что дело с сертификатом разрешилось успешно. Да, теперь у меня есть сертификат. И что же этот сертификат подтверждает? Я не знаю, но он позволил мне попасть сюда. Похоже на то. И как давно ты в моем городе, сынок? Не очень долго, может, несколько часов. Как думаешь, что не дает всему этому барахлу рассыпаться? Даже не знаю, башня? Башня. Нет, вы слышали? Отлично, но пока хватит. Так и что же тебя в этот раз интересует? Мне нужно несколько рабочих для кино. А, кино, я кино люблю. Маэстро Титорелли будет показывать новый фильм. Я даже в одном из них снимался. Играл жука-лицейского, забавно, да? Нет, не очень. Посмотри, инспектор Тракантино и афера у входа в башню. Хорошее, правдивое кино про полицию. Я обязательно его посмотрю. Так, насчет твоей просьбы. Рабочих я найду, правда? Да, как я и сказал, я люблю кино. Скажите Торелли, что все будет хорошо, а теперь иди и запускай проектор. Рабочие будут ждать на местах. Ох, спасибо. То есть не пришлось раздавать листовки? Серьезно, здесь есть какая-то вариативность? А где он сидит-то? Не здесь. Где-то там, наверное. Так. Стоп, мне надо наверх идти? А к нему не надо? А он вот здесь сидит. Но, видимо, не надо. Или все же стоило с ним сначала пообщаться? Не знаю. Потом сходим, если понадобится. Сейчас у нас дела поважнее. Нам нужно все это организовать. И этим занимаемся только мы. Остальным вообще все равно. А он здесь сидит? Включай! Но как? Включатели... А, включатель спереди. И что там показывают? Мне теперь к мэру идти? Картинка с проектора — это проход. То есть, потому что там глаз нарисован. И что это должно означать? Воу! Блин. Тут островки есть.
А может, стоило к мэру сходить? Что он скажет? Где он? Скажет ли он спасибо? Ура! И все? Просто поздравил. А им вообще отсюда видно? Стоп, я заблудился. Раз. Оба-на. Как далеко он показывает? И что, мне прыгать туда? Наконец-то я на месте. Так, а где же в башне принимают гостей? То есть мы добрались до башни? Ладно, вообще на этом тогда можно закончить. Поэтому пока.